Всем привет! Вот эту прелесть какие-то нелюди выбросили на улицу. Иди сюда. Давай покажемся. Иди покажемся людям. А у нас начались морозы. И теперь долго не буду рассказывать, но теперь мы с соседкой Лилей эту кошечку подлечим, развлекаем. Покажи свою нелюдочку, покажи. Мы ее хотели себе взять, но дочка Лили сказала, что это будет ее кошка. Пока она живет у нас, потому что там у них есть кот Феликс, которого я показывала, который приходил в гости, и сфинкс Грета. Поэтому 2 недели у нее карантин. Он говорит, Феликс с той стороны сидит, как за дверью, и слышит ее мявканье. А это с этой стороны, это, да? С этой стороны. Она выходит в коридор погулять. Она хочет это, к ней в квартиру заскочить. Пытается. Чё? Нельзя пока, еще неделька. Воскресенье. Все уже. Воскресенье выпустят тебе Феликса, и будете знакомиться с ним. В пятницу она допаивает уже все. Мы ее пропоили гелем для хорошей работы желудочно-кишечного тракта, да. Смекты еще дать надо. Да, смекты поим ее. И Лиля поит какими-то антибиотиками, потому что она немножко подкашливала, да? Угу. Ну, сейчас вроде бы нормально. Ну, это под батареей сидела, прям кашляла, слышно, как она кашляла. Эх ты, чудо-юдо. Чудо-юдо ты такое. Чудо-юдо. Знаете, красотка. Красотка. Ну, так можно играться с ней вечно. Сейчас прикреплю кадры, которые я сняла на 3-й день ее пребывания. Вот так вот. Тё, ты так привыкла, что ли? Вот так. Все. Все зажарило. Согрелось все. Температура есть, наверное. Чего ты? Не дерись. Все, лежи. Я ж не трогай ее. Я что говорю, все, похоже. То есть не хочет сама? Да. Будешь ждать, пока сама захочет. Ну, смотрит, лать меня. Нет, нет, сама вот, сама. А как цель что делает? Ленивая. Они же не любят ли это больно лизаться. Немножко так пролежится. Сядь, как все кошки, умойся. Да, лежа. Угу. Вот так вот. Вот так умывается. Вот такую красоту кто-то выбросил на улицу. Да. Видно, что кошечка домашняя. Она привыкла к людям, она хочет ласки. Уличные, наверное, которые выросли на улице, они осторожничают. Это сразу повела себя как дома. Да, и, скорее всего, это британочка. Потому что у нас была британка, у нее все повадки британки. Она гладится тогда, когда ей это надо. Пытается кусаться, да. Вот она, да, вот она такая, вот она валяется. Сразу почувствовала себя как дома. Кто-то выкинул ее на улицу, да? Вот, на зиму, глядя. Вот она, вот она, вот, вот она. Да. В риску всю страну. Будет гладить. Да. Ну. Вот такие кошки, они будут гладиться только когда им это надо. Да. Никогда ты захочешь ее погладить. А когда она захочет, чтобы ее гладили. Да. Она знает, что такое дом. Она сразу
Даже... Ну, вот ее из-за этого, я говорю, из-за этого ее выгнали. Даже не на полусогнутых, сразу или зашла. Ребенка, или ребенка на поцарапал, ну, еще да, что-то. Да, я не знаю, за что ее выбросили. Вот за это вот ее и выбросили, за агрессивность. Да, может быть, потому она, что... Она, по сравнению с нашей, конечно, не такая агрессивная. Ну, да. Она, видишь, сама приходит, она ласкается. Угу. Ну, у ней еще, понимаешь, она как бы это, ну... Ну, просто она пока не обжилась, она еще не это... Не вошла в роль хозяйки, соскучилась за лаской. Ну, видно, видно, да. Уличные кошки так себя не ведут. Во-первых, она сразу поняла, что это такое квартира. Оббежала, обошла, знает, что такое лоток. Угу. Не надо кусаться, не надо царапаться. Да. Ты ничего не можешь. У нас 13 лет такая. Ничего с собой поделать не может. Британочка жила, да? И грызла нас. Ничего не можешь с собой поделать. Вот характер такой. Да, вот такой характер у них. Тут же она, вот, смотри, вот. Крутится. Ну, она, конечно, поласковее. Вот так. Хочет ласки и в то же время хочет кусать. Вот. Ах ты, пакостница такая. Все, видно, не трогай ты ее. Ах ты такая пакостница, да? Вот такая, да. Вот, вот. Ее. Вот это характер британских кошек. Да. Что? Смотри. Что обратно? Вот она вот захотела. Все. Может, она с мужчиной жила? Потому что не любит женщин. Британки не любят женщин. К мужчинам они еще более-менее относятся. Вот она, пожалуйста. Она сразу залезла мужчине на грудь. Вот, а меня, видишь, как не воспринимает. И Грейс, она тоже на меня не терпела, а от тебя она более-менее еще терпела. Но это поласковее, конечно, чем Грейс. Смотри-ка. Ты что делаешь там? Вот это. Ты смотри. Прям... Ну, больно же. Не знает, что делать прям. Ну, больно же. Вот она у нее, вот видишь, ты. Ой-ой-ой. Ну, больно же, без ногтей можешь, нет? Чудо. И что, получается, она освоится, она опять нас будет тут застраивать? А? Я говорю, освоится, застраивать нас будет. Ой. Вот, блин, что делает, а? Вот так вот лежи. Вот, пожалуйста. Мужчин любишь, да. Вот она лежит, умиротворенная. Покушала, в туалет сходила, в лоточек, да. И лежит. Да, британка-то, британка, сам настоящая, да. Как тебя зовут-то? Тебя как зовут-то? Фёкла. Чего у меня там на щёчке? Чё там? Их знания и опыт помогут спасти не одну жизнь. Лежит, балдеет. Балдюшка. Ты вот, балдюшка. Вот она и орала. Угу. Что с ней тут? Ласки хотела. Ласки хотела, да? Вот так. Чё, гладьте меня, гладьте, да? Лиля свозила к ветеринару её, да? Ей взяли анализ крови. Сказали, что ей 6-8 месяцев, не больше, да? Даже года нет. Ну вот так. Да. Утёк. Спи. Ну, вот такая Китюня. Китюнька. Ну, кто вот выбрасывает таких кошек? Смотрите, какая у нее шерсть красивая. Хорошая. Они же... Вот она все. Она уже готова. Да? Не нравится. Не нравится. Я знаю, у нас 13 лет британка жила. Не берите британцев, у кого дети есть. Лучше взять дворняжку. Маленько почистилась. На видео серебристая шерстка блестит. Все, папа лег. Ну, сядь, вот сядь.
Сейчас посмотрим, что она будет делать. Может быть, она жила с мужчиной там. Ага. Сейчас она дома умывается. Видишь, как она спешит, спешит. Увидела, что папа сел. Быстрее, быстрее умывайся, быстрее. Да, умылась. Вот так. Вот у нее на ножке, видите, сострижена, там кровь брали. Ей немножко выбрали. Кровь брали. Нарушил прическу. Угу. Папа прическу нарушил, да. Мурчит. А ты слышал, чтобы она мурчала? Да. Она ложится и мурчит. Угу. Нельзя трогать, да. В личное пространство вторгаться нельзя. Я вот там потрогал, она давай там. Какой женщине понравится, когда она занимается туалетом, что ее будут колыхать, да? Да так долго. Да, она хорошо себя вылизывает. Вот так. Она раньше не так вылизывала, сейчас. Да, да, первый, да. Она сегодня, ну, третий день у нас. Она не вылизывала так себе. А сейчас она прям тщательно вся вылизывается. Может, поправку пошла. Угу. Ну, она не было у нее болезненного вида. Не, ну, глаза у нее были. Глазки болезненные. Немножко-то. Ну да, носик был немножко сухой. И сейчас ничего вроде бы. Носик чуть-чуть влажный. Ну, бегает, играется, с мячиком играется. Я из-под дезодоранта ей шарик бросила. Она вон где-то загнала эти два. Кукла, ты куда загнала два шарика? Сюда-нибудь найдем. Смотри, у нее тут эта седина. Ой, с проседью он у нее, смотри. Я боюсь. Где я спросил? Вот, смотри. Да это просто это отливается у ней. Ага. Отлив идет. Не трожь. Не буду. Не знаю, вот как Лиза будет, скажи. Лиза захочет потрогать, она ее... Поцарапная будет. Поцарапает. С царапками ходить будет. Ага. Вот так, да. Что там? Что хотела? Передумала. Все, умылась, влажненькая вот здесь прям. Все, устала. Устала, Алла, вот. Вырубилась, сейчас спать будет. Не знаю, как ее звали. На кыс-кыс хорошо отзывается. Он вздыхает. Кс-кс-кс. Опа, вот видишь. Хотели Буси назвать? Ну, как бы это, что-то они говорят, да ну, что-то это. Ну, а что, почему? Буси-Буси. Феликс и Буси. Самое главное, чтобы отзывалась. Но ее звали Кис-Кис. Потому что мы своих кошек не звали Кис-Кис. Мы по именам звали. И откликались. Да, Тося, Грейс. А это вот это только на Кис-Кис. Кис-Кис-Кис. Кис-Кис. Ну, конечно, как буду я тебя просто так бестолково. Один раз хватит, да? Спит. Ну, спи. Опа. Вот. Животик дает гладить. Угу. Ну, тебе дает. А вот давай я своей рукой. Вот видишь? Вот что? Вот что такое? Почему так? Я же люблю вас. Ты так гладишь. Ну, я люблю кошек, да. А ну, ты теперь гладь. Ага. И тебя уже все, да? Угу. Ну, за компанию. Ты... Не мешайте спать мне, мол, да? 20 часов кошки спят в сутки, да, не мешайте спать. Деду, пошла куда-то. Опа, жарко. Блин, как ее могли это... Выгнать? Выгнали, скорее всего. Потому что она из дома, видишь, не выходит вообще из квартиры. Ну, я имею в виду, боится на площадку выходить. Для нее это дико там. То есть ты думаешь, что сама она не могла удрать? Нет. Никак? Ну, конечно, нет, я тоже нет, так думаю. Нет, Свет. По ее поведению. Вот я говорю, коридор открыт, она же не удирает. Она сидит в коридоре, да, и ждет. И это, все уходят. А это о чем говорят? Вот я и говорю, что это... Нет, такие кошки сами не удирают. Ну, у нас 13 лет кошка была, она ни разу даже в коридор, по-моему, не просила. Ее это, кто-то это выгнал ее. Да, и даже не болит душа, где кошечка их не ходит. Да, даже не болит душа.